ребятки пришли на квартиру, и девочка поубирала, все хорошо. Это квартира, которую маме снял. А где мне спать? Возьмите, Коль. Мама, спать вот спальня. Це зал. Це зал. Це бачите, у мене. Вот так зал. Вот это. Вот так вот, как у меня зал. Вот так спальня, как заходишь, в принципе. Вот спальня. Смотри. Тут тебе подушка есть, одеяло. Смотри, как хорошо. Смотри, как прекрасно. Вот свет сбоку. Вот кровать тебе будет здорова. Телек вот это, да? Да, ну, это телевизор. Этого. Точно, как у Димы. Сейчас тебе камень. Вот тебе обогреватель, сирый, если тебе так... надо. Шо-шо? Обогреватель, ну, если да, тебе так. надо. Девочка все поубирала. Понятно, да. Все. Вон тебе розетка, если что-то заряжать. Шкаф. Я думаю, что он пустой шкаф. Ну, что там еще есть? Шкаф пустой, о, пожалуйста, о, вешай. Зимние пару курток там. Да, я взяла. Пару обуви. Вот тут и спи. Вот тут и живи. Ты ту комнату вообще не трогай, велику. На что она тебе тут надо? Тут есть, куда вещи разложить. Тут тебе обогреватель, если вдруг холодно, но она говорит, что хорошо тут. Да. Если, ну, жил тут у них просто родственник, он говорит, что до трусов раздетый ходит зимой. Высяк, вот летом, если вообще, ну, цель, кондиционер есть. Вот тебе выход на лоджию. Просто лоджия, как просто выйти. Вот тут есть место, она большая. Вот тебе вид какой, смотри, на мост. Так, это лоджия, да? Вот мне нравятся вот эти квартиры, что у них большие лоджии, смотри. Ага. Вот это аптека, хорошо. Вот тебе вид. Хорошо. Это вид в подъезд, вот там где лавочки сидят, да, вот поняла. Эти магазины да, настроены. Да, я бачу. Все у тебя прекрасно, смотри, как хорошо. Хорошо. Ну. И вид красивый. Или в том, что тяжело подняться? Подождала, постояла, мне нажала. Мне разобраться с ключами. Сейчас разберешься. Там очень просто. Два оборота, а квартира закрывается. Квартира закрывается налево. Открывается по часовой стрелке да. направо, а там налево. Это, о, тут и елка есть. Хорошо, сделали. Елка есть, тут украсила, тут... манихой стоят. Я надеюсь, что Коля купит себе квартира. Вот иди, мам, посмотри дальше, иди. Я потом там буду ставить. Мам, смотри сюда, иди. Значит, тут мне не спать. Да ничего, старенькая, вон у меня. Ну, мама, а что, хорошо? Оно мягенько, смотри, как хорошо. Смотри, матрас. Покрываться чем? Нема одеяла. А где-то она сказала, оставила. Знаешь, я посмотрю. Сынок, если что, я тебе принесу. Знаешь, что мне принесешь? Вот то, что я вкрывалась. Ну, мы сейчас, это просто ты дивишься. Подивишься сейчас на кухне. Что да. тебе надо? Какая Сынок, посуда? Какие? Все, что я кажу. Мне можно те бирюзово, что я вкрывалась. Воно узенько, мне хватит. Хороший, мне понравился. Ну, смотри, тут. Пожалуйста. Вот они поменяли, поклеили кафель здесь. Сделали, чтобы чистенько да? было, да. Ну, это поклеено вот специально перед сдачей. Вот ванна. Так, а ну я, когда... я тебе вымою. Холодно-горячий, мама, бойлер есть. Бойлер включается вот здесь. Вот он включен, она включила его. Вот он. Видишь, розетка где? Вот. Вот, повернись. Вот это включен вот бойлер, это? Да. Ага. Вот это включен и бойлер. Постоянно. Да, он включен, бачишь? Мне не надо его смотри, дергать. Он в туалете находится. Вот тебе туалет. Все чисто, все поменены трубы. Ага. Вот, его трогать не надо. Вот свет, туалет, ванна. Вот это. Вот это свет. Туалет, а бойлер ванна. Так и будет, бойлер да? пусть будет включен так, постоянно. Понятно, пошли до газа. А вторая комната где? Ну, вторая ты, спальня, ты и прошла. А еще же вот тут кладовки, моющие. Ага. Ну, я думаю, что бери, пользуйся. Яка еще? Две комнаты. Ты была в большой, а вот спальня. Где я буду спать? Да. Ага. Ну, ты большая, ты же в ней была. Вон она. Я в ней была, да? Вот то большая. Ну да. Вот вторая. Как у меня планировка, в принципе. А. Вот только кухня, конечно. Только по-другому. Поприличнее. Так, а где свет на кухне? Подожди. Тут кухня хорошая. Подожди. Она там... Хорошая кухня. Да. Вот тебе есть микроволн. Это тоже все девочка купила, говорит, поддержанная. Ну все купила, да, чтобы более-менее отлично. А ну давай подым. Вот тарелки, тебе... кастрюли, тарелки. Она все убрала, видно, да, мам. Есть нож для рыбы. Значит, мне надо тебе взять пару кастрюлю. Она сложила... Вот, есть чайные ложки, ножи, ножнички. А такой нема ложки жрать? И красивые, кстати, ножички. Да. Слышишь, Самуэлка, такой нема столовой ложки. Тут есть, она сказала, оставляю кастрюльки, мастрюльки, досточки, а тут все чистое. А вот отерочка есть, нема? Если что, это беда не смела. Я посмотрю. Ложек столовых вот нема. Тарелки. Соловых ложек нема. А тарелки годятся для микроволновки? Ну подивися, які, бо, щоб я не... Вот тебе надо, я тебе дам тарелку для микроволновки.
Я тебе дам тарелку. Значит, для тарелку, ложку. Сейчас я свет не пойму, где на кухне. А це що, часы? Они работают? А, свет на кухню, мама, вот он. Вот тут включается, тоже в коридоре. Под туалетом в ванной свет на кухне. Ну такой слабенький. Надо купить, наверное, что-то помощнее. А в комнате хороший, читать можно свет. Там, где я буду спать, оно включено. Вот холодильник, стиралка есть, но я тебе могу все стирать. Вот мусорное ведро стоит, будешь застилать. А тряпку есть? Веник? Веник есть, совок есть вон там. Тряпку я тебе куплю, если тебе надо. У тебя там, я стирала, у тебя под мойку. Вот холодильник включен, все прекрасно. Не вот эти довгенькие, мне не надо. А, это, ну, я помою все, конечно, все вымою тебе. Где тут у нее это? Вот это? Это морозилка. Можешь вот складывать свои продукты в морозилку. Вот, пожалуйста. Чтобы она не пропала. Сейчас ключи. Все работает, все. Ключи его. Включенный. А, все, я сейчас раскладу свои с холодильника. Вытяжка есть, если тебе надо. Вот. А что ей делать? Я... Это вытягивает. Вот ты включила, допустим, это свет, чтобы подсветка была. Видишь, лампочка нарисована. Ага. Это выключить, это включить. Видишь, нолик и точечка. Вот, если сюда, она включается. Назад свет выключается. А это сама вытяжка. Вот сильней, меньше и выключить. А, значит, я что должна подходить? Ну, когда готовишь, вот так, до конца. Так, ну, вот так. Это что? Это... Вытяжка. Видишь, шумит? Можешь еще дальше. Оно еще сильнее вытягивает, да. А выключать вот так. Да. А тут тоже. А это свет. Свет. Сильнее. Не, да, да, сильнее, не бойся. О, вот. Это свет, чтобы тебе виднее было. Свет. Если ты готовишь. Работать. Все, видишь, гудит. Это работает, а это свет. Да, так. Все. Подожди, сейчас. Газ, я... надо спички. Так, ну а спички. Все. Я тебе куплю спички. Да. Значит, надо спички. Или зажигалка такая специальная. Духовка тут вона мені не надо. Оце у мене газ, оце, да? Стиралка у тебя включается вот здесь. Вот она включена. Кто? Стиралка. Да я не буду, я не вот тут, по-моему, что-то вот есть какая-то тут терка. Кто? Тут что-то есть какая-то терка для яиц там. А-а-а. Вот, тут есть ложки-вилки, я видел. Она, видно, просто убрала. Мама, вот. Мам, я тебе... Мама. Мам. Вот тут есть ложки, вилки, набор целый. Вот смотри, есть ложки, вилки, целый набор. Но я тебе дам свои. Возьмешь себе 4 вилки, вот этих красивых, что Коля с Италии давал. Вот этих вот. Наконечно. Красивые, да, которые. 4 ложки, 4 вилки, 4 чайных ложки. А чайных я не бачу, там только одна. Я тебе найду. Ага. Так, на, це прибирай. Це не годится терка, если там что-то терпе, да? Все? Мама, мало. Не, не надо, я тебе дам. Або купим такую, как надо. А нема открывачки, консерва открывать. Прости, я тебя брала вчера валенку и туда. Вот сюда. Тарелки тут Давай, есть. Ты туда положи, туда. Давай. До кучи. Вот это тарелки. А в який можно? Чтоб ты из дома не тягал. Что, какие можно? Я тебе дам все. Тарелку, ножик, вилки, ложки, все, что надо. Тарелки хочешь, дам тебе свои. У меня новые итальянские, что Света дарила тарелки. Я тебе 4 штуки дам, глубокие, 4 такие. Кто придет, до тебя салат насыпать или что-то есть, у тебя есть. Вот тебе, пожалуйста, выход на лоджию здесь. Так что тебе не годится тарелка, куда вливать? Это хорошая. Оце не годится микроволновка? Не, нельзя, говорят, с рисунками. Я не знаю, но говорят, нельзя. Посмотри сюда, иди. Не надо. Мясорубка такой. О, специи-то лучше, прикольная штучка. Да? Вот есть пылесос. Есть пылесос, но я думаю, что ты ним не будешь пользоваться. Да я не буду, я лучше подмыть. Вот веревки, вешать белье. Ага, вот веревки. Высоко тебе? Я достаю. Вот если бы я могла стирать, перекинешь и все. Самвел, если бы я могла машинку стирать и не тягать. Я тебе принесу и повешу, если надо буду. Тобі давай, ты будешь стирать. Вот, пожалуйста, а тебе. Приносить. Вот тебе вид на речку. Я же говорю, что вот тебе прямо Вавилон. Вот ты вот тут живешь. Вот твоя остановка. Да я бачу. Это на маршрутке, вон остановка маршрутки. Тут все рядом. Це место куда? Очень це хорошее. Сюда ехать. Это ехать центр. Вот это остановка? Я туда дальше, а вот следующая. А ось одна туда, а другая назад. Да, да. Так само, как и там. Через остановку. Да. От тебя через остановку. На следующий. А вот тут эти скамеечки, что сидят люди. Внизу. Вот там, наверное. Да, да. Там дальше, да? Вон. Вон. В кругу тут. А, бачу, 4 штуки, да? Да.
Ну что, чем плохо? Не, хороший. Чем плохо? Квартира хорошая. Будешь одна, придешь он до Тани, чи Таня придет до тебя, чи Ира придет, чи... Телевизор сейчас тебе сделают, все? Не покатит. Таня. Таня, да. Если прийде, вона сейчас такая озабочена, сейчас внуки прийдуть, газа нема, в столовую. Ну, до тебе ходить. Хай приходит готовый. Хай приходит, я скажу, приходить готовый. Ради Бога. Да. Поготовьте, поїжте, общайтесь, что ты. Познакомься с бабками тут, на этом. Тоже, хоть раззнакомишься с людьми трошки. Чи ти сильно не любиш? Я не особо. Нікого не знаю, знаю. Ну що, тобі не подобається? Квартира не холодна. Ні, квартира хороша. Якщо була трьохкімнатна, можна б купляти нам на сім'ю. І я б з ними жила лучше, щоб не брати туди віддільно, сюди. Це дуже кучеряво. І там, де ти, там дуже дорого, хоч сама погана. На що мені треба? І так само не по мені. Ну, от все хорошо, є складовки. Мені подобається ця квартира. Так, а ну світ дочитати. Якщо хто покупати захоче, то тут таке можна зробити в квартирі шикарно. Значит, тут я розібралась, газ знаю. А ну, Самилка, оце сюди, да? От газ, да. Да, оце сюди. Духовка тобі не треба. Оце духовка, да? Да, вона тобі значит, не треба. Що треба, я тобі, якщо при... Ну, і духовка робоча, думаю. От газ, теж. Це яка? Подожди, от це тут сюди. Вот, вот. Да. Это та. Та, ага, підряд. Это вот та. Та. І оця. Это ця. Угу. Все. Розберусь. Все, буду чорненький вір. Як звичайно, відкрила, ну, закрила. Так, як було у мене одразу. А тут газ перекривається повністю, якщо тобі треба. От він перекрився. Ага. Все. Я куди уходю, уважаю, перекрив. Ну, а ли, так да. По вертикалі, я знаю. Да. Я знаю. Це включений. Це поняла витяжку, як включається. Мойка, витяжка, да. Вода, пожалуйста, на пол. Гаряча, вот. Это пойдет с этого, с бойлера. Ага. Смотри, горячая. Кипяток. Вот будешь чуть-чуть. Осторожно. Ага. Будешь чуть-чуть разговаривать, и так будет тепленько. Воду постоянно не экономь себе, мой хорошо посуду, не засирай квартиру, поддерживай чистоту. Там я тебе помогу убрать тут все. Ага. Все помогу тебе вынести, все, что надо. Ну что, это что, первый... Унитаз вот тебе для бумаги есть. Не тряпку, унитаз чистенький. Не забудем, подожди. Що? Сейчас я все в холодильник покладу. Сейчас, секундочку, присядь. Я кажу, що нам треба? Запоминай. Вилки, ложки. Ну, посуда. Чотири. Сковородка є, тарелки. Немає, я тобі сковородку а дам. А ну, подивися. Да, я тобі дам свою. Готов в своїй посуді. І каструлі твої? Чи не треба? Ну, і цю хуйню зачем? Там же є. Там є каструлі. Можеш взяти, мам, мені все одно. Знаєш, мене... що мені принесли? Все тут є нормальні. Маленький ковшик. Я приличні каструля. Вот не каструля хороша. Вот, смотри, які каструльки хороші. Глянь. Ленькі да, кастрюльки. Поставлю, да, поставлю, буду супчик. От для супа, для рагу, тут це в тебе є. От кастрюльки, от з кришечками, маленькі, великі, які емалірувані, хороші кастрюльки. Досточки, досточки є. От є, чисто, ні тараканов, нічого тут нема. Угу. Не це заводь, не... нічого тут, та ухажувай. Що тут буде? Я прищепки, якщо немає, я тобі куплю. А куди мусор викидати, га? Мусор викидати, мама, мабуть, мусоропровод або на улю, я узнаю, я не знаю цього. От мусорне відро, там веник і совок внутрі. Тряпку треба з дому, не забудь. Тряпка. У мене є тряпка. Сковородка, да? Ну, тряпка. Посуда, да, сковородка. А швабри нема, да? Швабри, по-моєму, не бачу. Може, де-то є. А в неї немає таку, хоча б я накидала. Може, де-то є. Або у дурачку. От є тут баночки. От тут теж вам є посуда, різні банки. Ви так люблю таке розсматривати? Ні, її банки не треба. Я, якщо свої буду відкривати, я буду здоровий пакетчик, ну, правильно. Положити. Тут теж куча тарілок є. Куча тарілок. Все є, мама. Для жизни все є. И квартира теплая. Смотри, три лоджи. Вот лоджи. А где еще? Я две была, по-моему. Ну, третья в комнате большой. Да? Да. А вид хороший. Вид на улицу. Конечно, хороший. Высоко, конечно, но ничего. Конечно, более хороший. Более включенный, вода холодная, горячая у меня будет, дергать не надо. Если надо, вот себе, хочешь моющее, сюда складывай. Тут есть Доместос, тут есть. Я взяла один Рио, лимон. Бумага взяла один рулон. Чашки тебе дам, да? Будешь со своих чашек пить. Я взяла одну. Смотри, как мне нравится, что сколько много кладовок. О, смотри. Смотри, как прекрасно. Сколько да, кладовок. Ой, все, что хочешь, клади. Вон, если газ выключать, есть, пожалуйста, электрическая печка. Ой, а це что? А це открывается, мам, а всю сторону. А где тут включается зеркало? Что такое? Ну, короче, что тут мне? Ну, тоже можешь верхнюю одежду сюда вешать. Угу. Якую-то зашла, чтобы не в спальню тянуть. Угу. Вот повешаешь здесь. Я потом, вот. Я потом вот мама свет.
Красное Мам, пальто возьму. Вот это цвет. Ванна, туалет, кухня. Вот это кухня, вот. Ванна, туалет. А, ну вот это кухня. Ну да. Кухня. Да, кухня большая. Ты вышла со спальни, руку клацнула, тебе уже есть. Понимаешь, тебе не надо в потемках идти до ванной. Ты вышла вот со спальни, и вот руку клац, себе на включатель и пошла. И пошла в туалет. Чем плохо, скажи? Не, хорошая, квартира хорошая. Я ничего не имею. Квартира хорошая. Ну, телевизор сейчас тебе сделает мужчина, проведет кабель. Все. Я пойду только раскладать, и то, что я брала, продукты, хорошо? Вот вторая лоджия. Все так. Тут есть тебе пуфик. А мы були на цій лоджі? Були, були. Ти вигадав. А ще на якій я не була? На третій. На первій комнаті, да? Да? Це що, виходить, це спальня чи зал? Да, це спальня, мам. А ми в залі не були, зараз я да. В залі ти була, тільки не на лоджі. Я не помню, була тут чи не. Та мені ця комната, собственно, і книги тут є, сам вел. Будеш читати книги тобі. Книги є. Хорошо, от і світло, я... між прочим, смотри. Всі лампочки, мені подобається, що всі лампочки, хорошо. Вот маленький телевизор, но він не знаю, що там. Ну він рабочий, то есть можеш смотреть, если хочеш. А, він кабель пройде, може він. Вот, мама, смотри тут. Значит, вот типа швабры. Вот тебе гладильная доска. Ага. А где-то был утюг, по-моему, где-то есть, я не бачу, я не знаю. Вот тебе гладильная доска. Вот а тебе хочешь. Это что, заметаешь? Це що, Самвел? Ні, мам, це окна мить. Така штучка мить окна. Ого. От тебе, пожалуйста, я тебе хочеш розложу от цю штуку от здесь. Розложи. Или в спальні твоїй, или на кухні, щоб у тебе була розложена вот это вот. Тут, вот тазик нема, есть, нічого, нема, вікно відкривай, розложи. Проветривай. Ось миска в мене є. Смотри, як хорошо, три лоджі, які прям комнати. Да? Прям комнати, да? Тут можна спати літом. Так. Вікно відкрити у хату. Смотри, який вид хороший. А як не буде туману, от це все видно, да, буде да. Тобі церковь і все. Вид хороший. Красиво. Просто туман зараз. І тут сейчас. Аптека, да? Это ж это все в одну сторону виходять окна. Все сюди виходить. Да. Угу. Вот на магазини. Тут тебе і продуктовий, і бытовая хімія, і м'ясной, і молочний, і хліб, і м'ясо, фрукти, все є. Ось здесь все є. Надо глянути хоч по чому, ну як будемо ходити. Вон там бабки торгують, там не ходи ні в які магазини, не ходи в этот Вавилон. А я там всегда, як йшла з Вавилона, в Вавилоні дороже або дешевше. Я вот ще є плечики, тут куча всього вам. Ага. Все є, все, стульчики є. Мені бо таке туди побольше вішалок, ну не вкрадеш, як будеш уходити, вішалок у найбагато. Так. А я все хочу мама. По одному дому, та купимо собі. Краде. Купим собі. А тут що, відкривати отак? А це виходить, смотрите, як цікаво, проход на ту лоджу, а на сусідню. Мама, так же само, вот, закрила, так, так. Вот, відкрила, так, як так. У мене. О, о. І високий, этот, тобі не страшно, да, да, да. Не випадеш. Все хорошо. Ось тут хорошо. У тебе нема кладовок. Якщо б у тебе там було, і закатку держати, весь тільки висилають, повиносить, і воно не на глазах. Стінка. Пішов баночку, взяв, открив. Все є, все, що. Пожалуйста, полочки. Складывай. Мамі понравилось, слава Богу. Лампочки есть, эта девочка сказала, что они срок годности, если вдруг перегорят, она там новые лампы купила. Вот это я не знаю, что, ну, мама не пьет. Вот тоже. Ой, глянь, так интересно, что это такое. Это калькулятор, наверное, такой был. Мені розклади оту хіромантію, я її буду до неї стирати. Вот тут есть, мама, разные. Эрик Мария Ремарк, пожалуйста. Смотри, Дюма, Ремарк. Потом что тут? Ограбление века. Агата Кристи есть. Какой-то спецназ. Энциклопедия народной медицины. Больше. Анатолия Иванова, как вот Вечный зов. Хорошие книги. За расследование. Да, да. Какой телевизор работает? Ну, один, да, только сделают. Ну, вот этот вот. Который вот... Тебе надо больше? Кому-то больше сделать? Нет, ну там есть еще второй маленький телевизор. Я вот что-то его включил в розетку, он не работает. Як він не работает? Ну, он в розетку включений, а вот и не работает, не знаю. Ну, девочка показывала работу. Ну, не знаю. Я включил в розетку, пробовал на пульт нажимать, он не работает. А тут нажимал? Да, и там пробовал тоже. Просто человеку надо для того, чтобы кабельное посмотреть телевизор, он не работает. Я кажу, Коля, була комната, квартира хороша. Для работы. Для семьи здоровой, папы.
А че він не работает? Він работав. Работал. Та работал вчера, чи коли. Вчера, це вчера работав, а зараз не знаю, чому. Включен в розетку. Ну так. Да. А вас нема проверить, ток є в розетці? Це можна проверить. Дівчинка включала роботу. Вроде шумит. Шумит? Там как-то... Может, розетка не работает? Там как-то она... Тьфу, странно. Может, и нет. Там как-то она сказала, что у нее как-то розетки сделаны параллельно. Как-то идут оттуда, сюда. Подожди. Вот как-то подожди, мама. Надо разобраться немного с розетками. Что ж такое? А есть какая-то переноска, там нету напряжения в розетках? Ну, вот я не знаю, Коля. Блин, может телевизор как-то перенести? Она как-то говорила, что... Что никак, да, не работает. Ну, сейчас я позвоню. Девочки. Блин, а у меня телефон в машине. Ты нашла все, да? Ага, и успею. Нашла. Сейчас я освобождаю. И ложки, кажа, вилки, все. Не надо, не надо ничего, не надо. Я половники ножи. Ну, на что оно мне надо? Оно есть у ящичка. Я его повытираю ящички, стану на скамейку, возьму тряпочки, хорошо все помываю горячей водой с моющим. И поскладываю туда, и буду пользоваться ним. И кастрюли есть, сковородка теперь я не вижу. Нема тут сковородки. По-моему, не бачу, мам, я не знаю. Утюга не бачу. Утюга. Вот. Сковородки нема, да? Ну, мені там. По-моему, де-то утюг, я не знаю, де-то був, по-моему. Десь бачу, да? Може, нема. Ну, нема, він тобі надо утюг. Може, знаєш, що, сильно гладиш вещ. Я бачу, у мене в віщах наверху утюг стоїть перед батареєю. Первый ящик до вікна. Так це ж наш батарей. Наш утюг. Наш. Ну, я тут не бачу. Ти вже своє порозкладувала сушки. Так, я починаю зараз розкладати. Да. Холодильник положила? Холодильник поскладала. Оце не дає, зараза. Хорошо, щоб витягувати от ці до кінця, розумієш? От і все. От розкладала. Ми трошки подвинемо, якщо хочеш. Дивися, апельсин у мене є, лімончики, яблуки, зараз огурчик я купляла вчора, помідорчики, зараз в других мисках є, як вона мені купляла, гранати Надя купляла, є ще яблука, так що, є, я зараз порозкладую потрошки. Добре. Я тільки одну сумку взібрала. Не буду так, як у Дімки, я не збирала його машину. Не, я буду забирати. Давай, давай, зайчик, я буду розбирати. Дивися, я сама. Я сама буду знати, куди що ложу. Ну, ти довольна? Да, квартира хороша, спасибо. Дай, я поцюба. Спасибо, сумка. Ну, хороша, сам може пішов, буду... якби не кот. А, да, хороша квартира. Просто, ну, у мене одна кімната, мені більше одна. То, дивись, кабачки я купила. Час, час. Все работает. Телевизор, он прекрасно, как показывает. НСТБ. Хата на тата. Картата патата. Татьяна Васильевна, вот это не потеряйте, это бумажка не падает. Коль, положи в шкафчик куда-то, что она забудет. Дай мне. И показания. Где сама, кажу, ты показания мы на фотографии есть, а тебе, ну, тебе не надо, я без тебя буду разбирать. Ну ты дивись, не пропускай, когда там ничего я буду просто. Ну что, мы сейчас мама разложит вещи, то пойдем здесь поймем. Сейчас, Коля, я поразложу. Я вторую сумочку. Я сама, чтобы я бачила, что... Человек еще делает, да? Уже все сделал. Уже пішов один телевизор, другий не дивился. Один, да? Та зачем тебе другий? Ну, это надо два, я могу перезвонить. Семелка, візьми оце то. Странно, что розетка с той стороны? Очікую, трусики не висохли, я забрала в тебе. Там десь... О, тут он. Чего тут? Сейчас, Коля, стой, я возьму. Розетка, стой. Ты мамине яблоки если объедаешь. Объедаешь. Хороший вид, да? А когда будет, когда будет тумана не будет, будет еще лучше. Да. Этот второй мост тоже видно, видишь? Ну да, там корабли, он далеке видно. По гостиницу будет видно. Да, парус.
Он работник Триолана. Да. Хороший парень. А, да. Раз, раз. Сделал быстрее все. Шо? Це трусы мамы. Це мамы, да здрасте, че це мои. Мамы не повис. Да? А коли у нас біла? Да я повисив только шо при тобі. У нас пряче свої скарби, продукти, свою рибу забрала, то що ти ловив, то що Надя передавала, то що Іра привозила, все забрала. Ну хорошо, только надо розетки поміняти. Поміняю ту розетку, тому що вона видно, як подгорівшая була від кондиціонера, така подпалена трошки. А эти что-то не работают. Я позвонил хозяйке, она говорит, что работали. Говорит, странно, говорит, может быть что-то. Ну, я позову электрика, пусть посмотрит вот эту розетку, потому что сюда не доходит ток. А это отходит розетка. Вот эта розетка, она отходит. Вот. Она, видно, была горелая раньше. Я включаю переноску, она там даже немножко сверкает. Вот, ну, телевизор включается отсюда, с переноски. Но так вот трошки дернешь, оно и вот опять пропало. Это. У нас сегодня подарок. Меняют кабель на улице, выключили свет. 14 этаж. Да не спеши, я ж так не могу. Спускайся. Да я запутаюсь, ты будешь полчаса там на улице играть. Спускайся аккуратно. Что там путаться? Спускаться, не подниматься. Я же не могу через сюда. Часто сказали, нема света. Все дома вокруг выключили. Ну это видно. Він уже наступив. Все прелести сразу. Мама, еще ты 14 этажа. Ну, так и бывает. Меняют кабель, ничего тут такого нема, просто это. Видно ситуация. Коля, мы спускаемся. Не, ну мама, це таке буває. Ну я знаю, сонечко, ти ж не винувати, я ж тебе не винувати. Міняють кабель. Ой, Самуил, ну як же ж тепер розетку обов'язково? Розетку сьогодні постараюсь. Я з нею боюся. Так, да, я тобі поміняю, там і ту, і ту. Я квартиру складу, не мати. Кажу, що ж не можу не було. Ти поміняєш, там